снимаю доры. Ну, там вот мы посидим, я посмотрю на его ладошку, как бы какая ладошка у него, да, у всех же ручки такие разные. Значит, ну, так вот. Я могу прям нажать все вместе, чтобы он прям побухал. И то же самое с левой стороны. Могу даже ручки положить вместе. Все, он уже понял, где до. Ну, да, ну 7 минут. Потом теория тоже занимала, ну, там, ну, 10 минут, да? И вот, это, вот эти вот песенки он сыграет тоже за 10 минут. Все, 30 минут он уже играет, и нотки знает, и 5 пальцев знает. Короче говоря, вот это вот все получается у нас первое занятие. Но у меня тут был вопрос один, который мне очень понравился. Я на него хочу ответить, а потом я хочу записать еще один ролик про теорию. Хотя, наверное, он, ребята, вам не актуален. Нам в Америке он актуален, потому что у нас теорию никто не преподает. Короче, вопрос звучит так. Мне интересно, как вы разбираете первую пьесу. Вот я беру, например, подготовительный уровень B. Ну, то есть для детей 6 лет, я бы сказала. 6-7. Ну, 6 лет. Ну, например, открываю я... Вот. Песенка называется Playful Puppy. Так? Что я делаю? Я говорю, давай разбирать левую ручку. Обращаю внимание, что левая ручка нарисована в скрипичном ключе, да? Как называется нотка? Ну, они говорят, ну, подумав там 5 секунд. Ре. Так, я, ну, там, обращаю внимание. Ну, я, наверное, подпишу фа диез, до диез. Значит, получается, все, где нотки фа, это будет фа диеза, да? Значит, ре, потом она называет фа диез, ля. Опять ре, фа диез. Ну, давай сыграем. Эй, тут стаккатка и тут стаккатка. Ну, пальчик пятый. Тут пятый, третий, первый, да? Вот они прыгать начинают. Дальше мы меняем на другие. Соль, ля, так? Потом примерно то же самое, да? Третий так такой же, как первый. Четвертый такой же, как второй. Отлично! Вот. В принципе, я могу это разбить, разбор произведения левой ручки, может быть, до 2 занятия. Может, даже на 3. Ну, если мальчик маленький, ребенок маленький, то это может быть 2-3 занятия. Но то, что он называет ноты сам, он видит пальцы сам и видит, то есть, когда я его обведу в фазе, он потом сам должен это помнить. Дальше мы на следующий урок, может, сыграем эти аккорды новые. Вы видите, там сложные аккорды есть эти вот. Самое страшное – это конец. Конец – это вообще, потому что там резко переходит от скрипичного ключа в басовый. О, подожди, вот скрипичный, а вот басовый. Ну и все. Потом, значит, мы прошли пальцовку, позиции. Он все играет. Получается, я кладу правую руку сверху и играю ему правую руку. А он играет левую. И мы изучим как будто идеальная пьеса. А потом мы берем, учим правую ручку. Опять же, значит, мы так говорим. Every good boy does fine. Получается, does – это четвертая линейка. Вот мы фразу говорим. Every good boy does fine. Does. А потом ручка от does пошли все вверх. D, E, F, G. Подожди, D, E, F. А, вот скачок. Скачок. Ну, скачок мы уже обходили, а через чтение состава мы обводились. Этаж, этаж, линеечка, линеечка. Вот, да. Потом обязательно прохлопаем. Мы обязательно ручки, уберем ручки с инструмента и прохлопаем именно ритмы. Раз и. Два и. Подожди, не раз, а подожди. Вот, вот, извиняюсь. Раз и, это вообще пауза. Вот, раз и. Мы ручки разведем, потом скажем два и. Хлопаем быстро. Ты и. Четвертушка. Четыре и. А потом держим нотки, ручки, раз и два. Получается, прохлопали. Опять же, фа диез назвали. И он все это сыграл. Так, по пальчикам. Обязательно сделал легато, обязательно сделал стаккато. Пальчик будет такой кокетливый, стоячий, прыгучий. Потом вторая фраза то же самое, как и первая. Вот. И потом что там немножко будут другие варианты. Получается, нотки меняются немножко. Но, в принципе, как только идет первая фраза, то потом уже поезд поедет. Вот, получается, наверное, на третий урок я сделала ему правую руку. Ну, наверное, на четвертый он руками будет соединяться. То есть за первый месяц он соединит их руками двумя. Это будет первый месяц. Второй месяц, я думаю, мы будем отрабатывать динамику, штрихи и всю эту темп. Но я думаю, месяца три он будет идеально играть. 3 месяца. Я говорю про 6-летнего, 7-летнего ребенка.